В редакцию нашего телеканала обратились жители дома 12А по улице Козлова. Во время дождей подвальные помещения их дома топит. Надо отметить, что дом спроектирован таким образом, что в подвале квартиросъемщики имеют в своем владении небольшие помещения для хранения личных вещей. А вода, как утверждают жильцы, приносит определенные неудобства, неприятный запах и сырость. Да и овощи, которые заготовили на зиму, портятся. И с такой ситуацией жильцы сталкиваются ежегодно. То, что она должна выливаться вот на улицу, и они сделали, подвал затапливая. Ну, где-то что там есть что-то такое, что забивается. Никто никакого внимания не обращает. На месте разбирались работник ЖКХ-комплекс, на балансе которого содержится дом. Ситуацию прокомментировал главный инженер предприятия. Течь в подвальном помещении по Козлову 12А, жилому дому, была обусловлена засорением ливневой канализации. Сотрудниками ЖС-1 была произведена очистка системы ливневой канализации. На данном этапе система функционирует в дефицитном состоянии. Проблема с течью в подвале устранена полностью.